Дорогие бельчане, на выборах 20 мая я баллотируюсь от нашей партии Рената Усатова. Как офицер, я обещаю, что не отдам город кишиневской мафии. Уже 3 года наша команда, отбивая подлые атаки центральной власти, заботится о жизни горожан, восстанавливает коммунальное хозяйство, совершенствует инфраструктуру в муниципе. Мы сделали работу мэрии самой транспарентной и открытой в Молдове. Моя первостепенная задача на посту мэра – продолжить социальное и экономическое развитие северной столицы. Город должен быть современным, безопасным, комфортным для жизни каждого бельчанина. Я прошу вас сплотиться и 20 мая сделать правильный выбор. Бельцы – наш город!